Документ «Сканер Kodak ScanMate i940» предназначен для регулярной работы со значительными объемами оригиналов с сохранением сканов в виде файлов на персональном компьютере. На задней стенке находится единственный интерфейсный разъем USB и гнездо для внешнего блока питания. Главная особенность модели – весьма компактные размеры, небольшая масса и возможность питания не только от сети переменного тока через штатный адаптер, но и от портов USB компьютера или ноутбука. Все это позволяет использовать сканер в качестве и настольного, и портативного устройства. В минуту сканер может обрабатывать до 20 документов формата А4, в том числе с двух сторон одновременно, то есть до 40 изображений в минуту. При этом оригиналы должны быть на отдельных листах. Сканер работает с носителями в очень широких диапазонах плотности, толщины и размеров, включая пластиковые карты с тиснением. Бережному отношению к документам способствует малый изгиб оригинала в тракте сканера. Верхняя крышка корпуса является откидным подающим лотком, вмещающим до 20 листов офисной бумаги. Приемного лотка нет. Для выходящих документов надо предусмотреть место перед сканером. При откинутом в рабочее положение лотке становится доступной панель управления, состоящая из одноразрядного 7-сегментного индикатора и двух кнопок. Одна из кнопок оснащена встроенной подсветкой, цвет и режим свечения которой свидетельствуют о состоянии сканера. Кнопки питания нет. Сканер включается после открытия лотка и выключается при возврате его в закрытое положение. На индикаторе могут отображаться и коды некоторых ошибок. Когда лоток находится в рабочем положении, становится доступна еще одна крышка, которая откидывается вперед для обслуживания или извлечения застрявшей бумаги. Процедуры обслуживания и замены расходных материалов, к которым относятся различные ролики, очень просты и могут выполняться пользователем. При сканировании обеспечен широкий выбор настраиваемых параметров, разрешение и режим цветности, формат сохранения, одно- или двусторонняя обработка оригиналов. Есть функции автоматической коррекции изображения. Для сканера доступен набор программного обеспечения. Помимо драйверов VIA, Twain и ISIS, в него входит и приложение Smart Touch, которое упрощает выполнение повседневных операций сканирования путем создания различных функций. Функциям заранее назначаются определенные задачи и устанавливаются оптимальные для них параметры сканирования. Это может быть сохранение в виде PDF-файла с возможностью поиска, отправка на электронную почту или на печать. Каждой из функций присваивается номер, который отображается на индикаторе сканера, выбирается и запускается кнопками на панели управления. Такая интеграция возможностей сканера Kodak ScanMate i940 и управляющего программного обеспечения делает более простой работу оператора и способствует повышению производительности труда, не исключая возможность работы с профессиональным программным обеспечением обработки изображений через драйверы Twain и ISIS.